Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня я расскажу вам о правилах подготовки и смешивания костных и соединительно-тканных имплантатов при различных видах хирургических стоматологических манипуляций. В системе продуктов аллогенных лиофилизированных материалов торговой марки «Лиопласт» отечественного происхождения используются различные виды костных блоков. Кортикальная пластинка минерализованная, клин подвздошной кости, минерализованный губчатый блок размером 1 на 2 см. Минерализованный губчатый блок размером 2 на 2 см. Тонкая компактная пластинка. Индивидуальный костный блок, изготовленный по компьютерной томографии. В любом виде костной пластики мы всегда используем в качестве растворителя капиллярную кровь пациента, которая является идеальной средой для смачивания и пропитывания костных имплантатов. Все материалы, произведенные по технологии Лиопласт, в процессе производства приобретают капиллярный эффект или отрицательное разрежение, или отрицательное поверхностное натяжение. И будучи помещенными в свободную жидкую фазу, они будут активно всасывать ее до полного пропитывания в течение 2-3 минут. Это является еще одним подтверждением того, что материал сохраняет всю свою нативную торбикулярную структуру, а соответственно и биологические потенциалы для прорастания сосудами в объеме размещенного дефекта.